Большой привет всем киноманам! На календаре четверг, а это значит, что пришло время кинопремьер. Ну и, кстати, пользуясь случаем, поздравляю всех с Днем Святого Валентина. Ну и мне кажется, именно сегодня душа больше, чем обычно, просит романтики и любви. Поэтому я подобрала для вас фильмы, которые прекрасно дополнят романтический вечер, и уже сегодня вы сможете их посмотреть в кинотеатрах Нижнекамска. Устраивайтесь поудобнее, меня зовут, кстати, Юлия Бурмистрова, и это программа «Объектив». Начать сегодняшнюю передачу я хочу с романтической комедии российского производства «Семь ужинов». Это история о семейной паре с 5-летним стажем совместной жизни. И вот в очередной кризис партнеры решают сохранить отношения очень оригинальным способом. Кстати, как по мне, так актерский состав подобран замечательно. В качестве семейной пары гармонично и убедительно сыграли Роман Курцын и Полина Максимова. Перед вами молодая семья. Мы 5 лет в браке, детей у нас нет, и не так, чтобы мы пытались это как-то исправить. Да там одного раза достаточно. Вот, депрессия у нас гораздо регулярнее, чем секс. Отойдем. Я больше не хочу жить с мужчиной, который не зарабатывает денег. Ну что, ничего нельзя уже изменить? Беда у меня. Развожусь я. И да, сближает. У меня мало времени, что я должна делать? Поужинай со мной. 7 раз. Сегодняшний ужин мы проведем с закрытыми глазами. Это вообще к чему? Повязку нельзя снимать ни при каких обстоятельствах. Да не сниму ни за что. Зачастую людям очень сложно помириться сразу, потому что перед их глазами возникает образ обидчика. Мы будем делать все за партнера. Я хочу помыть посуду и порезать лук. Когда я посмотрела фильм, мне действительно было смешно. Я получила кучу положительных эмоций. Юмор актуальный и не испорчен чрезмерной пошлостью или откровенной глупостью. Но еще кино оказалось поучительным, так как многие моменты в семейной жизни замыливаются, а здесь есть возможность взглянуть на них и, самое главное, на себя со стороны. А быть может, после просмотра вы сделаете определенные выводы. Поэтому берем вторую половинку и бегом в кино. Знаешь, мне очень нравится наш второй ужин. Сегодняшний ужин мы проведем абсолютно обнаженные. А что это вы со мной не разговариваете? Это что, игра какая-то, а? Эксперимент. Да иди ты в жопу со своим экспериментом. Если не получается, ты реально считаешь, что я не обманываю? Я сюда хожу, потому что боюсь этого. Тот, что спрятан внутри. Поужинаем. Мы должны сказать друг другу самые главные слова, несмотря ни на что. Он уводит мою жену. Она ему уже не жена. Я вообще-то еще ничего не решила. Что показать Тимофею? Все. Евгений Владимирович, вы не ударились? Здрасте. Теперь понятно, почему твой муж в ЗАГС не пришел. Гороскоп точная штука. У него сегодня день ярких впечатлений. Друзья, на большие экраны выходит долгожданный блокбастер «Алита. Боевой ангел». Это экранизация культовой одноименной японской манги, чей фантастический сюжет разворачивается аж в 26 веке, спустя 300 лет со времен Великой войны. Рассказывает он о боевых киборгах. Главная героиня – девушка-робот. Но, несмотря на это, в фильме прослеживается романтическая линия. Поэтому это действительно идеальный вариант на День всех влюбленных. Динамично, зрелищно и без лишних розовых няшностей. Твой человеческий мозг был каким-то чудом не поврежден. Мне так одиноко, ведь я не знаю, кто я. Со временем ты вспомнишь. Алита недавно тут. Она еще всему учится. В этом мире непросто. Покажу тебе кое-что. Это тело. Я чувствую необъяснимую связь с ним. Вы знаете обо мне больше, чем говорите. Алита, кое-что лучше не помнить.
На мой взгляд, фильм хороший. Реализация и спецэффекты великолепны. Хотя после трейлера настроена я была весьма пессимистична. Рада, что первое впечатление оказалось ошибочным. Ну и, кстати, кино не рекомендовано зрителю до 16 лет. Но фактически, по смыслу и сюжету, оно соответствует на 12+. При бюджете в 200 миллионов долларов это масштабное приключение, которое вышло в форматах 3D и IMAX. Алита, беги! Последний своего вида. Носитель технологий, утраченных 300 лет назад. Она угроза естественному порядку вещей. Алита, они придут за тобой. Я встречу их лицом к лицу. Прошу, отойди подальше. Это вовсе не игра. Это охота. И ты должен ее уничтожить. Вы совершаете самую страшную ошибку в жизни. Я с ней. Ну что ж, на этой доброй и, я бы даже сказала, волшебной ноте я заканчиваю сегодняшний выпуск. Проводите больше времени с родными, друзьями. Грейтесь горячим чаем и больше обнимайтесь. Ну и, кстати, не забывайте все это делать под просмотре киноновинок этой недели. С вами была Юлия Бурмистрова. Целую. Пока-пока.